Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Екатерина Васильева. Я представляю компанию Focus Technology. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания, она оцифровывает путь посетителя покупки. Мы фактически знаем все о посетителе. Мы знаем, сколько людей пришло, что они купили, сколько времени проводят, как часто возвращаются и дополнительные метрики, что они еще смотрят в интернете, много-много чего интересного. Очень интересна механика, как это происходит, какими силами вы собираете эту информацию? Ну, на самом деле стараемся поддерживать некую эгиду инновационности. Мы резиденты Сколково, поэтому все, что мы собираем с помощью софта, интегрируемся с существующей инфраструктурой датчиков подсчета, интегрируемся с кассами в части продаж, интегрируемся с существующей инфраструктурой видеокамер и преобразовываем этот видеопоток в подсчет, тем самым нашим клиентам не надо тратить большие деньги на дополнительную инфраструктуру. И дальше мы эти все данные объединяем и клиентам предоставляем уже готовый интерфейс, где они могут понять, где у них проблемы, какому арендатору необходимо помочь, какая метрика проседает, на чем нужно сфокусироваться. Получается, по факту вы взяли все лучшее из онлайна и перенесли это в офлайн. Да, безусловно. То есть есть вот некое сейчас такое мнение на рынке, что офлайн торговый центр умирает, онлайн агрессивно наседает. Ну, с одной стороны, есть этот вызов, но с другой стороны, торговые центры, они еще не умерли. Мы видим некий всплеск посещаемости после того, как открылись молы, люди устали просто сидеть дома, они хотят получать эмоции. А для того, чтобы торговые центры были конкурентоспособны, им, конечно, нужно идти в ногу со временем, им нужно оцифровывать точно так же, как это делают Амазоны, Озоны, догоняют в интернете. Просто быть немножко как бы в ногу, а мы им с этим поможем. После пандемии люди поняли, что онлайн это очень удобно. При этом, при всем, еще до пандемии люди понимали, что онлайн за это им будущее. Но как только закончилась пандемия и людям разрешили ходить в торговые центры, люди решили, что лучше я не пойду в браузер, я лучше зайду, потрогаю, пообщаюсь с продавцом. Это общение все-таки людям сейчас нужно. А вы помогаете сохранить и оставить ту цифровую статистику и те возможности онлайна, которые у нас уже накопились за это время. Да, безусловно. Поэтому мы приглашаем наших клиентов на наш стенд. Он буквально при входе, как только заходите справа. У нас там прекрасные девушки, прекрасный дизайн. Поэтому подходите, мы покажем все новое, что мы выпустили в этом году. Этого прям много-много-много. И, конечно, в связи с тем, что наш рынок только восстанавливается после кризиса, все наши продукты, они, в принципе, достаточно недорогие. И потестировать, попробовать можно будет уже, в принципе, сейчас. Поэтому подходите, мы всех будем рады видеть. Замечательно. Я надеюсь, все, кто посмотрит наш ролик, тут же придут к вам на стенд. Спасибо за прекрасное общение. Надеюсь, до встречи в следующем году. Да, спасибо.